Приготовь пулеметы! Всем привет, дорогие друзья, с вами я, мистер Най. Сегодня мы продолжим проходить игру Half-Life 2. И... по лагам я уже понял, то, что нас уже ждет жопа. Правда, я не знаю... Так, все. Я не понимаю. Я не понимаю, откуда вы. Ой. Идет перезагрузка. Да это хорошо, но откуда вы они? Что ж ты делаешь, что тупая турель? Вау, вау, вау! Вы это видели? Нет, вы это видели. Ну, это турели, нет никаких проблем. Или есть? А нет, есть проблемы, ребят. Я так понимаю, мы пойдем в этот портал. Держи пулеметы наготове. Она же вроде поднимается и восстанавливается. Нет? А, ну да. Я что, обалдел? Кстати, давайте дробовиком попробуем попользоваться. Знаете, как это будет круто? Ни хрена себе. Ну все, ребят, дробовик, это имбаган. Не, еще имбаган — это револьвер и арбалет. Но дробовик — это... дробовик — это просто жопа какая. Ну, как, ладно, какая разница, хотя бы хоть кого-то снял. Пиздец, ребят, да вы хоть представляете, что это за портал? И... а, так он вниз идет. Что это было? Ай! Да нет, это кончится когда-то. Это, правда, долго все восстанавливать придется. То есть, например, если мы сможем спасти мир от комбайнов, тогда... это кончится, но это придется просто долго восстанавливать. Сейчас, ребята, я приду, подождите. Итак, да. Ребят, это нам пришлось, мне пришлось, короче, заново перезапустить, потому что вот тут такой баг произошел. Так, ну что это за баг? Сейчас я вам объясню. Понимаете, каким-то хреном есть какая-то вещь, которая нам важна, и она упала вниз. Вот я сам видел, вот она упала вниз. Я вот не вру, вот. И вот она, и вот каждый раз вот она падает, вы по-любому не смог, я по-любому не смог бы достать. Она слишком была, блин, низкой. И вот, из-за этого миссия моя была провалена, и приходилось... Да, брутально, я это знаю. Ой-ой-ой, ну что тут дает? Да не, я вам говорю, вот вот это, магнум. Магнум револьвер, вот это брутально. Пиздец, как они так делают, блин? Как они так из дробовика стреляют быстро? Я не понимаю это. Ну все, мужик, ты границу перешел. Говоря, как-то страшно. Это никогда не кончится.
все кончится. Обычно нахер метель. На самом деле, в каком дети живем? По-моему, это будущее. Да неужели? Стойте. Вы видели, как я его убил? Бедолага. На тебе. Давайте, кто еще? У меня есть... Раз, два. Да почти угадал. Слава богу, готово. Теперь сматываемся отсюда. Ладно, мы готовы. А мы метимся? Давай, Гордон, залезай! Да, мы вместились, господи. Лошар. Кто у нас здесь лошары теперь, да? Лохи. Я правда боюсь, что с нами сейчас будет. Потому что, блин, тот портал, блин, мы помним, какие от него эффекты были от этого. Я надеюсь, с этим этот портал ничего плохого. Никуда нас не отправит. Блин. Я уже был на готовность. Боже, получилось. Я сам в шоке. А где доктор Кляйнер? А почему здесь все упало? Доктор Кляйнер! Может здесь? Блять. Алекс? Гордон? Боже, как вы сюда попали? Сука, я... Что случилось? Дорогая, я и не надеялся увидеть тебя вновь. Я тоже боялась, что мы не выживем. Похоже, телепорт взорвался в начале передачи. Это так. И последствия были серьезными. Чего? А что это секунда? Удивительно. Похоже, мы изобрели очень медленный телепорт. Похоже, необходим новый виток исследований. Это что, шутка? О, так, кстати. Много чего, дорогая. Взрыв, который вы устроили в Новопроспект, стал сигналом к восстанию. Ой, а как насчет моего отца? Да, это очень неприятно. По словам Вартигонтов, он под стражей в цитадели. Нужно вытащить отца. Пиздец. Барни ведет наступление с этой самой целью. Пару дней назад. Нет. Пиздец. Нет! Что ты улыбишься, это кидалово, но нет. Уж безнадежно. Хотела разделить ваш оптимизм. А вот если бы только этот кидалово мне бы помог бы в Ревенхольме. Эй, ты там? Парни! Ты там? Да, Барни. И я уже не один. Только что прибыли Алекс и Гордон. Здорово! Вот это новость! А я уж думал, вы пропали. Мы собираемся устроить здесь базу для атаки на цитадель. Гордон, да? И пес придут к тебе на помощь. Я переправлю доктора Кляйнера в более безопасное место и найду вас. Мне пригодится любая помощь. Черт! Атакую! Давай, вперед! Гордон, ты слышал? Это мне сказал. Я догоню тебя, как только позабочусь о докторе Кляйнере. Минутку. Я не могу уйти без... О, нет. Начинается. Иди, Гордон, я позабочусь об этом. Ну, как скажешь. Блин, у меня револьвер кончился, какая печаль. Гордон, да. Будь осторожен. Хорошо, спасибо. Доктор Кляйнер, у нас нет... Ну что, кидалово, остались только я и ты. Мы найдем тебе другого хэдкраба. О, ё-моё. Я надеюсь, на этот раз ты меня кидать не будешь? Давай все-таки вот подумаю, что я тебе сделал такого плохого, что ты меня кидаешь? Ладно, поехали. Ты меня не кинешь? Приятель. О, меня не кинет. Ну-ка, пошли. Я не могу это убрать.
Так тоже можно было. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Пёс! Пёс, сделай что-нибудь. Вот так, кинь. Вот туда. Всё. Ну же, пёс, сюда. Пёс. Это специально? Так, ну ж, блядь. Сука ты несчастная. Да ты не кидалова уже после этого. Да ты, блядь, предатель после этого. Чё ты радуешься? Ой. Я могу сюда. О, забери это себе. У-ху! Не-не-не-не-не-не, давайте сохранимся. О, да, разберитесь с ним, отшлёпайте его. По-моему, это он там всё пошлёпает. Нихера! О, блядь, опять эта хрень. Да, из той комнаты. Я арбалет возьму. А... Он что, издевается? Сколько он меня так будет еще преследовать? Все-таки никак. Но конец уже должен быть, эта игра уже близко. А это засранец, я уже не знаю, на каком протяжении он меня вот так преследует. Сколько он меня так преследует? Я вообще... ХЗ. Да, я ХЗ, потому что я не знаю, что это за штуки. Что это за штуки? Ай, это Шетти. Ну, Гордон Фриман, и как раз вовремя. А? Так, стойте. Место знакомое. Что-то уж больно знакомо. Да. Мы здесь были. Вы здесь. Доктор Фриман, мы идем с вами. Гордон Фриман здесь. Не могу поверить. Ой, ребят, да у меня своя шармия появилась. Что ж, моя армия, ну пошли. А только куда пошли? Скажите, как мы можем помочь, доктор Фриман? Вы можете показать мне, куда идти. Окей, док, вы главный. Это я бы с радостью. Сюда, народ! А реально, ну куда мне идти? О, я был прав. И метрополис.
Сириус или Метрополис. Это как-то очень было смешно. И как-то очень смешной уровень был, ребят. Это уровень, состоящий из восьми NPC и такой маленький. Берегись коперов, они везде! Какие нахер коперы? Что это за... Это коперы? Я могу эти коперы взорвать? Что будет, если... Ой, блядь! А! О, сука! Набрось ты со своими океанами. Ай, блядь! Пидор! Как тебе вот этот, блядь? Сука, несчастный. Блядь, опять эта хрень! Ебаные коперы! Кстати... Могу эти ебаные коперы использовать для чего? Не, хера себе! Опа! Опа! Блять! Нет! А, так это хопперы! Ой, блядь! Сука, нет! А-а-а! Нет! Нет! Пощадите! Патруль, да, сотрудник убит, зона 404. 5. Сотрудник убит, зона 404. 5. Всем отсюда, 3. Здесь лямбда нарисована, и в чем прикол, я не понимаю. Так. Ну что ж, давайте здесь, ребят, закончим нашу серию. Это было реально весело. И мы много... И мы нового чего узнали. А с вами был я, Мистер Найс. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Ну и желательно комментируйте. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо и всем пока, удачи.